Некоторые медицинские учреждения после недавней реконструкции вновь нуждаются в повторном ремонте. Мы поехали в республиканский противотуберкулезный диспансер. Самая большая здесь проблема заключается в том, что не хватает специальных боксов для людей с тяжелой формой заболевания. Хотя при строительстве было предусмотрено 6 бокс-палат, а сделали на всю больницу лишь одну. Это бокс-палата рассчитана на тяжелобольных, индирооттеление на одного больного. Здесь находится санузел при палате, чтобы обслуживающий персонал никуда его не вывозил. Рентген-кабинет настолько маленький, что сам аппарат не помещается в отведенном для него месте. Теперь придется ломать стены, расширяя помещение. Поэтому пока не приходится надеяться на ввод рентген-кабинета в эксплуатацию. Еще одна проблема заключается в том, что если сегодня тубдиспансер полностью подключать к имеющимся резервуарам воды, то психиатрическая больница, расположенная на этой же территории, останется без водоснабжения, которое даже не было предусмотрено в смете. Территория больницы не облагорожена, из-за чего вся уличная грязь попадает в помещение, где должно быть идеально чисто. Но самая главная проблема в этой больнице – отсутствие лабораторной техники для проведения биохимического анализа. Но на данный момент мы свои функции все выполняем, необходимые для диагностики туберкулеза и лечения туберкулезных больных разных форм чувствительности. У нас постоянные поставки с Минздрава, то есть никакого дефицита мы не испытываем. Вот. И хочу добавить, что все препараты у нас и туберкулезные, и нетуберкулезные, все у нас совершенно бесплатно. К сожалению, у нас нет лаборатории, где мы могли бы делать посев. Вот какой у нас самый большой минус в нашей работе.